Компания Одерон приветствует вас. Вот получается, пришел вал измельчителя. Что с ним? Как его красиво согнуло? Вот это дело все. Получается, надо будет заменить этот нульцевый, сделать, и тут я не знаю, тоже буду смотреть. Выработка у него. Тоже может два менять. Надо смотреть-то, если там согнуло, тут она биение, если нема. Так что такие вещи делаем. Надо, потом он, конечно, упадет на балансировочку, вычистится дверь, и будет балансироваться. Вместе с ножами желательно балансировать, потому что некоторые говорят, а нет, мы по весу собираем что-то. Ну, такое. Мы, как практика показывает, балансируемся только ножами. Без, конечно, не есть и хорошо. Так что так вот. Работаем, делаем все. Звоните.